что-то. Но вот когда мы приехала я один раз, а еще тогда у батюшки была плохая дорога. Очень была плохая дорога. И привезли блатного. Он из Чурой, видать, какой-то, тогда вот около 90-х годов они все были в золоте, в цепях. Или его ранили, или он был что-то, ну там уже жизни никакой не оставалось, его просто привезли вот на носилках. И говорят, вот знаешь что, отец, говорят, ты крутой очень, ты нам поможешь. Больше некому, врачи сказали. А он говорит, ну что, сынки, помогу, а что гадать-то мне будет? Да кого-то, батюшка, что приехали, грязноватые, да вот мы приехали, да, хреновато, у тебя батюшка здесь, все он никак, а мы тебе дорогу поможем сделать. Хорошо, сынки, коль сделаете доброе дело, люди поедут, и людей будем хранить сколько, если слово сдержите, а я свое слово сдержу. И этот человек у него жил прямо в доме долгое время. Потом он стал появляться в храме. И, видать, пришло время, когда уже надо было забирать. И мы, так получилось, значит, монах везет у нас телегу с продуктами, мы бежим с коробками для батюшки-гостинцев. Батюшки, вот дома-то, батюшки, ну что там, говорит, происходит? Демонстрации, что ли, что-то все в красных таких пиджаках. Мы подходим ближе-то. Батюшки, мужики. И стоят у него батюшки на коленях. А батюшка молится прямо у своего дома, в пыли, они стоят на коленях. И мы, говорит, тут сзади вот постоим, человек, говорит, нам не попадет. А батюшка, значит, а туда он ходил с ведром и с веником березовым. Да-да. И он, значит, монах ему тащит ведро водный, святой. Да-да, помню. И он, значит, да, и он этим веником всех укрупляет. Вот представьте, купыли по песку-то. Все морды, не поймешь, во что, золоченые-то цепи. Они хоть один бавкнули. Все встали, смеются друг на друга, глядят на что похожи, а ничего не говорят. Он говорит, ну как, сынки, красивые, да? Вот такие у Бога-то будете стоять перед Богом-то. Вот и поглядите, во что вы себя превращаете. Один подходит, видать, поплотнее, постарше. Отец, можно руку поцеловать? А он, да поцелуй. Они, видать, сказали, что выведи нам их вот этого собрата. А он сказал, нет, сначала помолимся. Бога поблагодари. А потом только я вам его и выведу. И вот он выходит красивый. Я говорю, батя, ты наш родной, да что ты нам сделал? Да спасибо, а мы тебе поможем дорогу-то сделать. Вот с этого началась дорога. Они ему подарили тогда вот дорогу, трактор, или как он там называется, чтобы дорогу-то делать. Все, там столько пошло труда. Аминь.